Нижегородский водоканал заканчивает установку нового оборудования и капитальный ремонт цеха обеззараживания питьевой воды хлором на водопроводной станции «Малиновая гряда». Станцию модернизировали в соответствии с современными требованиями. Заменили оборудование по приготовлению и дозированию хлора на автоматическое. Смонтировали оборудование для газоанализа и нейтрализации хлора. Теперь в случае аварийной ситуации система сама распознает этот химический элемент и оперативно его нейтрализует. Отметим, что старая хлораторная была построена более 40 лет назад. Ее оборудование за прошедшие годы устарело. Ручной дозатор не мог обеспечить высокой точности подачи хлора в воду, а само помещение относилось к опасным объектам. Ход работы в рамках инспекционной поездки проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.